Мне, как техэксперту, часто задают один и тот же вопрос. Какой нормы высева сеять озимую пшеницу? Я всегда задаю встречный вопрос. А какой протравитель вы собираетесь использовать для протравливания семян озимой пшеницы? Почему я задаю такой вопрос? Какой протравитель вы используете? Да по той простой причине, насколько он обеспечит у вас схожесть семян, насколько он повлияет на вашу продуктивную кустистость, как будет развиваться корневая система. Протравитель на сегодняшний день должен обеспечивать отсеменную защиту и защиту от почвенной инфекции. У нас протравитель самый надежный и самый распространенный в регионе, у которого уже больше, наверное, более миллиона гектар, это Селестмакс. Селестмакс обеспечивает защиту почвенной инфекции и семенной инфекции. Если мы посмотрим на участках с применением протравителя Селестмакс, то полевая всхожесть в районе 90-80%. В прошлом году мы решили заложить опыт. На данном участке у нас заложен опыт с нормой высева 2,5 миллиона гектар на протравителе Селестмакс 1,7 литра на тонну и 4,5 миллиона в норме 1,7 литра на тонну Селестмакса. На данном участке влажность зерна подошла к стандартной. У нас есть возможность провести комбайновую уборку и определить, какой же из вариантов наиболее эффективен. С левой стороны у нас СНОП Селестмакс 1,7, норма 2,5 миллиона штук всхожих семян на гектар. С правой стороны у нас СНОП 4,5 миллиона штук всхожих семян на 1 гектар. Если вы посмотрите внимательно, то у нас здесь произошло кущение. У нас на одно растение 2-3 стебля. Стебли хорошо сформированные колосья. Там, где у нас 4,5 миллиона, если мы посмотрим внимательно, то здесь растения образовали одно растение, один колос. Одно растение, один колос. Кущений практически на данном участке не было. С правой стороны мы отобрали 10 колосков со снопа, где мы высеяли 4,5 миллиона схожих семян на гектар. С левой стороны у нас 10 колосьев с участка 2,5 миллиона схожих семян с гектара. Как мы с вами видим наглядно, что колосья там, где было 2,5 миллиона штук схожих семян с гектара, намного больше и более развит. Это в первую очередь связано с тем, что у нас лимитирующий запас влаги. В данной территории количество годовых осадков среднегодовое 300-350 миллиметров. Мы сразу на месте определили натуру и влажность зерна. Что мы отметили? Натура у нас на делянках, где 2,5 миллиона схожих семян, натура у нас получилась 780 грамм. Там, где у нас 4,5, получилось 790. Зерно более щуплое, как мы на видео вам в чашечках показали. Мы произвели подсчет урожайности на делянке, где было посеяно 2,5 миллиона схожих семян на протравителе Селестмакс 1,7 литра на гектар. Урожайность получилась 30 центнеров с гектара. А на делянке, где было 4,5 миллиона схожих семян на гектар, урожайность получилась 28,5. Но если посмотреть затраты, которые были потрачены на посев лишних семян, и мы уже сейчас потеряли в сравнении с 2,5, выиграли 2 центнера с гектара. Но мы посели в 2 раза, норму меньше. 4,5 и 2,5 миллиона схожих семян. Экономику мы потом предоставим.